Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет об относительно недавно появившемся Bluetooth-датчике для системы умного дома, который собирает данные о температуре, влажности и к тому же является часами. Вся эта информация наглядно отображается на довольно большом экране, который выполнен по технологии электронных чернил. Думаю, многие помнят его предшественника, подобный же и очень похожий на него датчик температуры и влажности, тоже с экраном на электронных чернил, но без возможности интеграции в систему умного дома. Поставляется устройство в бело-серой коробке с логотипами Xiaomi, Midze и фотографией самого гаджета. Немного примялось при пересылке, но в целом ничего не пострадало. Сзади традиционно технические характеристики, из которых основные. Интерфейс Bluetooth 4.0 BLE, рабочая температура от 0 до 60 градусов Цельсия, относительная влажность от 0 до 99%, питание, две батарейки CR2032, размер 110 на 55 на 10 мм, вес 60 грамм. На торце пиктограммы, сообщающие о типе экрана электронные чернила, отображаемых параметрах, время, температура, влажность и логотип Bluetooth, который, кстати, является сочетанием двух скандинавских рун H и B. Приступим к открытию. Коробка одноразовая, сзади на ней отрывная лента. Упаковка обеспечивает некоторую защиту гаджету за счет картонных проставок со всех сторон. Кроме гаджета, в комплекте имеется небольшая инструкция на китайском языке и три варианта крепления для него. Это пластиковая ножка для установки на горизонтальную поверхность, магнит для металлических поверхностей и просто двусторонний скотч. Все крепится при помощи скотча на заднюю поверхность устройства. Экран на электронных чернилах и потребляет энергию только при смене изображения, поэтому из коробки экран активен и отображает все возможные символы. Нельзя не обратить внимания на левый нижний угол, где есть 4 разряда для цифр, правда первая не более единицы, и два варианта подписи – процент TDS, кроме минерализации я не знаю ничего, что подходило бы под эту аббревиатуру, и PPM – содержание частиц. Очевидно, что экран разрабатывался с заделом на будущее. Задняя крышка съемная, внизу находится отверстие, через какое можно ее поддеть. В центральной части круглое углубление, куда нужно приклеивать крепление. Под крышкой сразу две батарейки CR2032, основная и резервная. Из коробки они идут с прозрачной мембраной, предохраняющей от разряда. Слоты для батареек подписаны B1 и B2, где B2 резервная. В инструкции также имеется картинка, где показано, что менять надо B1. По умолчанию после включения часы показывают время по китайскому часовому поясу. Самые большие символы на экране – это время. Внизу – влажность, температура и индикатор комфорта, стилизованный под рожицу. Для подключения нужно расположить смартфон рядом с датчиком. Запускаем Mi Home. Мастер подключения обнаруживает новое устройство, локация Китай. И ждем завершения процесса подключения. В конце три завершающих шага. Выбор локации, создание имени устройства и возможность выдачи доступа к гаджету для других Mi аккаунтов. После этого устройство появляется в общем списке Mi Home. Плагин имеет один основной экран, на котором большими цифрами написано текущее время, под ним значение температуры и влажности. По мере накопления данных в нижней части плагина начнет отображаться история изменений за последние 4 часа. Нажав на кнопку «История», попадаем в меню графиков «Изменение температуры и влажности в разрезе суток, месяца и полугода». При наличии в системе хотя бы одного устройства с функцией Bluetooth-шлюза устройство получает возможность участвовать в сценариях Mi Home как датчик температуры и влажности и показывает текущее значение их прямо на кнопке без необходимости запускать плагин. Меня спрашивали о возможности работы этих часов с тем или иным Bluetooth-шлюзом. Датчик видится всеми имеющимися у меня в наличии устройствами, а конкретно светильники Philips, прикроватник, люстры на 49 и 62 см, потолочные светильники Yeelight, кастрюлька первой версии, GAOU 450 и 650 версия с Ambilight, умные часы с поддержкой Bluetooth Mesh, монитор качества воздуха, испарительный увлажнитель воздуха SmartMe, ну и на этом, пожалуй, закончу. Поддержка, как вы видите, сквозная. Шлюз может не видеть устройство только в случае удаленности либо наличия преград для сигнала. После синхронизации с Mi Home часы почему-то стали показывать время минус час от текущего, несмотря на то, что в плагине время отображалось корректно. Кстати, когда часы подключаются по Bluetooth, справа вверху загорается значок в виде овала с чертой внутри.
Кстати, символ батарейки, который имеется рядом и был виден на экране по умолчанию, пока не загорался. Методом проб и ошибок я настроил корректное отображение времени. Переподключать, как в случае с умным будильником, не надо. В настройках времени телефона я просто убрал автоматическое присвоение часового пояса и времени сети. Выставил и то, и другое корректно, но вручную. После этого надо дождаться, когда картинка на экране часов сменится, наступит следующая минута, а вместе с ней актуализируется и час. Благодаря комплекту креплений размещать устройство можно очень многими способами. Для меня оптимальным оказался вариант с двухсторонним скотчем. Сначала я попробовал разместить под выключателем Акара. Получилось интересно и органично, но, как я очень скоро убедился, непрактично. На данный момент датчик расположен на стене над выключателем. Всем понравилось, пока останется так. Стабильность связи отличная, но у меня по дому довольно много Bluetooth-шлюзов, причем один из них в прямой видимости на расстоянии 1.5 метров. В систему управления Home Assistant я попробовал добавить гаджет по аналогии с круглыми BLE-датчиками температуры и влажности. При помощи сканера я нашел MAC-адрес устройства. Название – это модель, она указана в характеристиках на коробке. Потом добавил его в разделе сенсоров на платформе MITEM-BT. Таким образом, мне удавалось подключать упомянутые круглые датчики. Но на выхлопе данные получить не удалось. Ни сразу, ни по прошествии пары суток. Имеется профильная тема в сообществе Home Assistant. Я слежу за ней, но решения пока нет. В свое время, когда появились Bluetooth-датчики температуры и влажности с ЖК-экраном и датчики с экраном на электронных чернилах, но без возможности интеграции в умный дом, я думал, ну почему же нельзя было сделать это в виде одного устройства? И вот Xiaomi наконец выпустили такой продукт, да еще и с увеличенным экраном и часами. Удобно, практично, хорошо вписывается в интерьер, имеет несколько вариантов установки. Я думаю, что этот датчик, несомненно, заслуживает вашего внимания. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!